Ну рассказывай, я тебе вряд ли что интересное расскажу. Иди-ка ты лучше с главным беседуй. Ну, показывай, чем зона на... Молодец! А я обманул Ашота! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? Слушай, не грузи, а? Вон главный стоит, его и спрашивает. Чувак, иди вон лучше с главным пообщайся. Поправить здоровье? Захочешь выпить? Подруливай. Я всегда на месте. Здорово, сталкер. Будут проблемы, пожелания, обращайся.
Thank you.
Подозрительная она какая-то. И вчера тоже подозрительная была. И завтра... Что скажешь, брат? Проходи. Рассказывай, я весь внимание. Удачи. Заходи, если что.
Ну, привет. А все-таки накоплю я на свой дом. Привет. Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошо-то, спрашивает сталкер? Хорошо, что не у меня. Привет, брат. А вот анекдот. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а у вас кроме водки ничего нет? Ну ты выдал. Слушаю тебя. Привет, брат. А вот такое вам как? Кончай уже, Рихтер. Слушаю тебя. Американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабас. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам. Привет, брат! Оружие прибери, дружище.
за два дня управимся. Там делов-то всего ничего. Хорошо бы только без лишнего шума обойтись. Они меня доведут, постреляю к черте. Одна команда называется, совсем оборзели. Глаз на чужой хабар класть. Не тот нынче подъем. Раньше было, но за один рейд нехило подняться можно. Время дорого. Рассказывай. Чего расскажешь, хороший? Слушаю тебя. Чего расскажешь хорошего? Ну? Ну, здорово. Оружие за спину. Thank you.
Время дорого. Рассказывай. Ну, здорово. Чего? Ну, здорово. Со всеми вопросами, командиру. Чего расскажешь хорошего? Время дорого. Рассказывай. Ну, привет! Слушаю тебя. Слушаю тебя. В общем, выкладывай. Приветствую. Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Быстро тебя на тот свет провалит. Не зона, так все злобные чуваки, что по ней шарятся.
Что скажешь, брат? Убирай волыну к черту! Посидим, погодим. Все, гуляй, пиплы. Ну рассказывай, я весь внимание. В общем, проходи, выкладывай. Поговорили. Теперь за дело.